о весне, любви и, конечно, прекрасных дамах. Вот о чем поет «Март». В канун Международного женского дня люберчанки принимали поздравления во Дворце спорта «Триумф». Творческие коллективы округа подарили им праздничный концерт. Не просто праздничный концерт, а виртуальное путешествие по странам мира получили в подарок люберчанки. Песни на разных языках планеты в этот день звучали для дам, всех вместе и каждой в отдельности. А поздравители, которые предпочитают прозу, посвятили виновницам торжества праздничные тирады. В преддверии 8 марта позвольте мне каждой из вас пожелать добра, здоровья, благополучия, любви, внимания вам со стороны ваших близких. Спасибо за вашу любовь, терпение и будьте счастливы. А вот депутат Мособлдумы Игорь Кахан и от прозы быстро перешел к поэзии. На сцене он чувствует себя так же свободно, как в кресле законотворца, так что народный избранник отложил дела, чтобы взять в руки гитару. Ждал гостей «Триумфа» еще один сюрприз. В финале концерта на сцену поднялась известная группа «Балаган Лимитед». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.